Всем привет! Вот мой братишка приехал в гости, Яша. Ильфинушка, что ты там кушаешь вкусненькое? Ну-ка покажи, что там у тебя есть? Братишка живет недалеко, 2 часа езды. Сегодня выходные, вот мы встретились. Это что такое? Это печеньки, да? Ильфинушка печеньки кушает. Яш, открой. Ну-ка, давай посмотрим, что это такое. Вот сюда нужно положить, наверное, печеньки. Да? Вот сюда, ну-ка, положим. Вот сюда печеньки положим. И сверху надо их, наверное, вот этим кремом полить. Да? Ну-ка, давай. Вкладывай. А это мы купили что? Это мармеладки, динозаврики, да? А это такие мармеладки, там яички какие-то, да, мармеладки. И молочко купили такое, Ильфинушке, вкусненькое. Тальгимат, ой, клубничное. Вчера купили мы клубнику, да? Думали, сейчас покушаем, да? И вот это, на десерт клубнику поедим. Забыли, клубнику достать забыли. И утром просыпаюсь, смотрю, нету клубники в холодильнике. И не пойму, может, мы ее оставили в магазине. У Руси спрашиваю, как Ильфина ночью проснулась и всю клубнику съела. Ты всю клубнику съела, да, Ильфина? Даже маме ни одну не оставила. Спасибо. Всю клубничку съела, Ильфина. Что делаешь, малыш? Ну-ка, давай. Маш, это крем? Ну-ка, давай, Маш еще. Посмотрим. Ой, как интересно. Это, наверное, крем такой или как сгущенка. Дай маму попробую. Спасибо. Вкусненько. Ильфина, кушай тоже. Ты тоже кушай? Кушай. Вкусненько? Горячая, папа. Пахтя горячая. Приятного аппетита. Вот мы отмечаем день рождения сына. Заказали пиццу. Пиццу уже мы съели. Вот такая пицца вкусная была. Сейчас принесли нам курочку. Острая курица под сыром. Как говорят Илья Сангоки, когда кушают вкусно. Вкусная курочка? Я ж, ты так умеешь? Я как или? Когда они устали на работе очень сильно. Да? Не, я видела, когда они кушают, они вот так вот. Ну-ка, Хаким, пробуй. Да. Пицца. Это очень вкусно, давайте. Как она? Мне так нравится, когда сыр так тянется прям. Классно. Вау, нифига себе. Смотри. Тарелочку подожди. Видите, как он... Нет! Вы что делаете? Илья. Короче, вы поняли, что случилось. Сыр долетел до моего телефона. Приятного аппетита всем. Илья, с днем рождения, сыночек. Сейчас Ильфина песенку споет. Happy birthday. Споешь, дочь? Happy birthday споешь? Happy birthday to you. Споешь, Ильфинушка? Ладно, она попозже споет. Да, дочь? Попозже споет. Мы идем в боулинг. Корейский боулинг. Посмотрим. Thank you.
Марина, руками не трогай, был. Вставай, вставай.